Итак, друзья, всем привет, всем привет. Сейчас время 8 часов вечера. Я сел в поезд, который меня привезет из столицы Черногории, Подгорицы, в столицу Сербии, Белград. Стоит билет 20 евро. У меня 66 место, вагон номер 469. Вот, 3 шестерки, нормально, в принципе. Вот, друзья. Так что проведу я последние деньки своего отпуска в Белграде. Хотел поехать что-то на море. Вот. Но я, короче, узнал тему, что можно на электричке, да, вот, доехать из Подгорицы до города под названием Бар. Представляете, название города Бар. Вот, буквально там, не знаю, за час, наверное, даже меньше. Прикиньте, друзья, как повезло людям, которые живут в столице Черногории, Подгорице. Они могут ездить в выходные, например, на море купаться на электричке. Чего в Москве сделать просто нельзя. Вот, друзья. Ну, ладно, ничего страшного. В принципе, посмотрим. Белград тоже неплохо. В общем, сейчас я еду из Черногории в Сербию. Я не знаю, как будет осуществляться пограничный контроль, вот, на железнодорожном транспорте. Не знаю, может быть, какой-то будет там специальный выход для иностранцев, для которые из другой страны приехали. Вообще без понятия, как будут штамп ставить, я не знаю. Как ставить штамп, если пешком проходишь границу, я уже узнал на днях, да, когда переходил границу Албании в Черногории. Ну а сейчас я еду по Европе из одной балканской страны под названием Черногория в другую балканскую страну под названием Сербия, так скажем, да. Вот, друзья, что еще сказать интересного? В принципе, я приеду в Белград поздним вечером. Ничего я не бронировал. Не знаю, как я ночевать буду. Вообще без понятия. У меня все спонтанно, короче. Все-таки я выбрал Белград. Не знаю почему. Может быть, потому что я люблю большие города с их энергией, с их мощной энергетикой, тусовкой, движухой. Много машин, много людей. На площадях гуляют, тусуют. В Подгорице вообще делать нечего, такая тишина, людей нету, блин. Вот, друзья, такие дела. В общем, еду я на электричке из Черногории в Сербию. Ну все, друзья, давайте увидимся в новых видео. Думаю, я нормально доберусь до Белграда. Там, может быть, дай бог, куда-нибудь заселюсь в какой-нибудь хостел поздно вечером, если можно будет. В принципе, здесь заселюсь, да? Вот, хотелось бы, конечно, на море покупаться еще. Но что-то валяться тюленем там на море, загорать, я не знаю. Хочется движухи побольше. А никого нету из русских, как бы, я не знаю. Разговаривать не с кем. Вот разговариваю на телефон последние новости. Свои рассказы. Вот такой вагон. В принципе, нормальный вагончик. Я еще много чего не сделал в Албании. В принципе, я не съездил в Албанию на электричке, да, там тоже можно на электричке съездить. Только на электричке там поезд. Там типа локомотива. Там электричек нету. Вот, друзья, прикольно. Разогнался наш поезд. Едем. Все, друзья, я покидаю Черногорию, и уже через пару часов я буду в Белграде. Вот такие дела. Все, ставьте лайки, комментарии пишите. Увидимся в новых видео. Нажимаю стоп. Пока.